Лео рисует? Айс, я хотел бы с вами порисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. И сегодня мы рисуем что? О, привет, нету Лео. Обычно я рисую с Лео. Сегодня я Айс. Привет, Айс, я тоже с тобой отлично порисую. Что бы ты хотел нарисовать? Я бы хотел нарисовать что-то летнее. Может быть, солнце? Может быть, но мне нравятся цветочки. Хоу, тогда есть и хорошая идея нарисовать цветок солнца. А такой есть? Конечно же, он называется подсолнух. Ребята, рисуйте с нами подсолнух. На белом листе бумаги, акварелькой, Лео, мы нарисуем такой подсолнух. Акварелька сочные яркие цвета имеет в удобном пенале с палитрой. То, что нужно для детского творчества. Ай, скорее ко мне, я уже здесь, и я нарисую и сделаю все, что ты захочешь. Конечно же, мы вместе рисуем, ребят. Берем кисточку, акварелька готова, намочим кисточку и рисуем самое главное. А что самое главное? Это центр цветка. А какого он цвета будет? Оранжевого, я думаю, для начала, а после этого мы покрасим уже все остальное другим цветом. Сначала оранжевым рисуем большой круг и закрашиваем его вот так вот, раз, и закрасили. А теперь будем рисовать большие листы, как у солнышка. Да, как у солнышка, лучики. Смываем кисточку очень тщательно, берем желтый цвет, он нам сегодня много желтого понадобится, и будем рисовать вот такие вот лучи. Раз и два. Это лепестки нашего подсолнуха. Три и четыре. Сверху и внизу нарисовали. Справа и слева мы нарисуем. Наверх и наискосок. Наискосок нарисовали. Опять намочим кисточку. И еще раз нарисуем здесь и здесь. Какая красота у вас получается. Ребят, я надеюсь, у вас тоже получается. Я тоже надеюсь, что ребята рисуют с нами. Ребят, если вы не успеваете, ставьте на паузу. На самом деле, кисточка очень легко рисует вот так. В каждый промежуток мы нарисуем по еще одному лепесточку. Вот так и вот так. Вот так и вот так. И поэтапно нарисуем все. Весь наш подсолнух будет супер желтым, супер солнечным, супер летним и супер красным. Это я прибавил. Ну, если хотите, то может быть центр нарисовать и красным. Теперь смываем кисточку, берем немножко оранжевого и проведем по каждому лепестку небольшую мазок. Этот мазок будет показывать, что они немножко оранжевые, немножко желтые, немножко оранжевые, немножко желтые. Он будет растекаться, вот как у меня сейчас, и получаться у нас будет классный подсолнух желто-оранжевый, как я и хотел с самого начала. Ха-ха, здорово получилось. Но только в центре, я знаю, подсолнуха обычно черные семечки. Как мы это сделаем? Очень легко, Лев. Мы возьмем сейчас, смоем кисточку, возьмем коричневый цвет, к примеру, и наберем коричневого цвета. Добавим, как будто мы рисуем семечки. Они у нас оранжевые были, теперь стали коричневые. А после этого мы намочим кисточку и возьмем черного цвета побольше. И накапаем его тоже сверху. Вот так вот мы рисуем и делаем точечки, 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 точечки. Везде, 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 точечки, точечки. Точечки, и у нас получается настоящий подсолнух. За одну секунду мы с тобой нарисовали. Смываем кисточку, и у нас все готово. Подсолнух получился очень простой. Ребята, мы сегодня нарисовали подсолнух с самыми простыми движениями акварели. Нарисовали круг акварелью, лепестки акварелью. Добавили следующий этап. Мы добавили мазки акварелью, оранжевые. И после этого мы нарисовали точки или ляпы, или тоже маленькие короткие мазки, тоже акварелью. Мы молодцы, и очень мне это нравится рисовать с тобой. В следующий раз нарисуем тоже что-нибудь яркое и про лето, потому что лето скоро закончится, а мне хочется так хорошо его запомнить на всю зиму и осень. Ребята, это правда, приходите к нам и рисуйте. На Лео рисует легко найти в Инстаграм и на Ютубе. Поставьте нам лайк, нарисуйте и пришлите вашу работу. Пока-пока!